Здорово, чуваки, как давно вы играли в Contra City или вообще играли в эту игру? Я лично играл в эту игру где-то года два назад ВКонтакте. И теперь, короче, смотрите, она вышла на Android. И сейчас посмотрим, насколько это шедевральная игра, потому что все самое лучшее ВКонтакте. Так, ну что, короче, заходим в бой, мы все. И судя... Ой, хорошо-то как. Хорошее управление. Так, ну что, короче, немного побегов. Я примерно понял, как в это играть. Особенно, то есть, если же... Ой, если же... Вау, да я даже кого-то убил. Как только я зашел в игру, у меня то ли какой-то баг произошел в игре. Короче, у меня вот этих иконок справа, которые типа вот прыжок, присесть там. О, прикольно. Эй! Короче, у меня этих иконок вообще не было, и то есть я просто бегал и не понимал, куда и как вообще стрелять, что здесь делать. И, кстати говоря, немного побегав, я более-менее вспомнил, что здесь да как. И да, карта примерно такая же и была, как когда-то я играл в эту игру. И не знаю даже, то ли это ностальгия, то ли что, но немного даже прикольно так побегать. Хотя, сколько меня уже раз убили, уже немного начинает напрягать. Давай, давай! Да какого фига? Это вам явно не АВП, это явно не АВП, потому что с АВП бы я бы его уже точно убил. Чё? В общем, чуваки, что хочу сказать по Contra City Online для версия для Android. Хочу сказать, что, честно говоря, я не знаю, в каком-то плане, наверное, это для тех, кто играет в эту игру ВКонтакте, может быть, для них это нормально, но, чуваки, реально, если... Вы хотите нормальные игры поиграть на Android, скачивайте другие игры, потому что это, реально на это лучше не тратить время, потому что управление, оно здесь, его здесь, можно сказать, нету. Ты просто постоянно долбишься об стены, ты пытаешься вот так вот пройти в эти, между этими проходами, и это довольно-таки непросто. А также при каких-то стычках с врагами вы просто такие, типа, как знаете, как два петуха сталкиваетесь и не можете попасть по друг другу, это жестко. Вот прям как сейчас, я не могу... Да, он меня убил, прикольно. Да пошел ты! Прикольно. Так, ну что ж, короче, всем спасибо за просмотр, всем пока.